Привет. Ко мне обратился друг, чтобы я ему помог в приобретении самого, что ни на есть, дешевого, но надежного пауэрбэнка. На 10 тысяч мА ему бы хватило. И выбор пал на модель от бренда HOKO, модель J72, в премиальной упаковке и по доступной цене. Всего $7 или 284 гривны на момент обзора. Да, в нем нет скоростной зарядки, нету каких-то сверхпротоколов, которые нужны для современных гаджетов, но есть все необходимое, чтобы восстановить заряд в вашем гаджете. Максимально USB-порт выдает 5 вольт 2 ампера. Но я проверил и дальше поделюсь своими тестами, так ли это. К этим параметрам мы еще вернемся, а сейчас давайте посмотрим комплектацию, внешний вид и проведем некоторые тесты. Помимо инструкции и гарантийного талона получаем кабель-коротыш USB на microUSB. Да, он заряжается через microUSB. Powerbank полностью в пластиковом, качественном матовом корпусе. Никакого люфта, увесистый, соответствующий 10 тысячам мА. Пленку снял, там есть глянец, будто бы там экран, но нет. Лишь 4 индикатора, каждый равен 25% заряда. Сверху располагается два полноценных USB-A и USB Type-C. Но он, к сожалению, тоже выдает только 5 вольт 2 ампера. Заряжается данный Powerbank через боковой разъем USB Type-C, только через него. Для шнурка имеется маленькое ушко, чтобы туда продеть и носить его будто бы на руке или просто одеть как для какого-то внешнего стиля. Ну а сбоку располагается кнопка, чтобы проверить уровень заряда в вашем Powerbank'е. На задней крышке также указаны некоторые параметры. Вернемся к характеристикам. Хотя емкость литий-полимерного аккумулятора составляет 10 тысяч, но это в 3,7 вольта. При преобразовании на выходе компания заявляет, что он должен выдать 5900, а также то, что с каждого USB порта мы можем получить 5 вольт не больше 2 ампер. Давайте это проверим. С одного USB порта я смог выжать больше заявленного. Достигнув отметки 2,74 ампера, он полностью отключился. А значит, он выдает гораздо больше, чем заявлено, то есть некоторый запас он имеет. При проверке тестером на какие-либо протоколы он просто показывает, что выдает 5 вольт 1,5 ампера, просто самый обычный блок питания. Именно такой и нужен был моему товарищу. Разрядив его от 100 до 0%, он выдал не 5900, как заявили, а 5649, что нормально. А теперь проведем тест на полную зарядку. Во время зарядки каждый индикатор по мере заполнения зарядом мигает. Итак, барабанная дробь, и у нас, конечно же, не 10 тысяч. Максимально он, зарядившись полностью на 100% от нуля, взял 7179, и это тоже нормальные показатели, ведь на выходе он дал чуть-чуть меньше, чем заявил производитель. 10 тысяч никогда Powerbank во время заряда не даст по определенным причинам, которые не буду вникать в детали, но они все правдивы, эти показатели. И последний тест, который мы проведем, это проверка на зарядку маломощных устройств, таких как смарт-часы, Bluetooth-гарнитуры и так далее. И проведя все тесты, я убедился, что он заряжает и не отключается, что очень-очень хорошо. Иметь хороший Powerbank у себя дома – это отлично. Но иметь еще один, например, в тревожном рюкзачке, на всякий случай про запас – это вообще здорово. Рад был с вами поделиться обзором и тестами на данный Powerbank, доступный по цене и качеству. Поставьте лайк за труды. И до встречи в новых видеопроектах.